Алма-Атинка. Айдана Камалова разыскивает бывшего кавалера. Мужчина 2 месяца ухаживал за девушкой, а потом скрылся вместе с ее машиной. Обиженная дама написала об этом в социальную сеть, и выяснилось, что пострадавших много. Оказалось, что мужчина оставил ни с чем свою семью. Писал мне: «Милая, дорогая, привет. Вот, милая, привет». Это сообщение Айдане Камаловой написал ее ухажер. По словам девушки, он был воспитан, начитан и делал дорогие подарки. Но спустя пару месяцев Айдана попала в аварию. Кавалер предложил отвезти авто на ремонт и исчез. После долгих поисков и угроз девушка обратилась в полицию. Он все-таки появился. Он говорит, что разбил мою машину, что он уснул за рулем. И мне нужно будет подождать, когда он ее отремонтирует. Но, к сожалению, никаких обещаний он не сдержал. Айдана рассказала свою историю в социальной сети. Выяснилось, таких, как она, 11 человек. Среди жертв и бывшая супруга мужчины. Звонит его бывшая супруга и спокойно мне говорит о том, что, к сожалению, это все правда. Он оставил ее действительно без крыши над головой, оставил 2 детей. Продал ее машину, в общем, все в залоге. Одна женщина, у которой оказалось на общую сумму 150 тысяч долларов. Адвокат говорит, что действия мужчины попадают под статью мошенничества. Правоохранительные органы должны, во-первых, наложить арест на машину по ВИН-коду. И второе, объявить ее в розыск, эту машину. В-третьих, если машина уже переоформлена на третьих лиц, то сама потерпевшая может обратиться в суд о признании этих сделок недействительными. Айдана Камалова уже обратилась к стражам порядка, но новостей пока нет. Девушка также добавила, что в ближайшее время все жертвы обмана напишут коллективное заявление в полицию. Ардак Камал, Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.